Друзья, всех приветствую! В прошлом видео мы подготавливали ванную комнату к облицовке, рассмотрели все нюансы и приступили к работе. Ну а что у нас из этого получится, мы сейчас увидим. Поехали! Итак, выложили одну стену и проходим порядовку остальных стен. Устанавливаем один размер и нарезаем подрезки. Далее, когда у нас все подрезки готовы, мы продолжаем облицовку. Подошли ровно к оконному проему и режем верхнюю часть плитки. Выложились три стены, и тут видно, как у нас получились подрезки над оконным проемом. Закончили практически все стены. Единственное, мы не можем подойти к дверям, пока не установят дверь. Ну и вот такой вот уголок мы будем применять на этом откосе. Ну, в принципе, смотрится неплохо. Далее вымеряем и нарезаем заготовки на откосы. После чего приступаем к облицовке откоса. Далее, когда все высохнет, кладем нижние плитки. Вот такой вот откосик у нас получился. Далее приступаем к облицовке напольной плитки. Thank you.
Ну и вначале у нас было рассчитано так, чтобы настенная плитка становилась целой. Многие спрашивают, почему я делаю со второго ряда? Да все очень просто. Если класть вначале полы, то в процессе укладки стен пол можно поцарапать или даже разбить, если что-то уроним. А так все четко. Ну и к душевой удобно подгонять плитку. А в общем-то мне так удобно. Да, кстати, кому интересны эти СВП, то я на всякий случай оставлю ссылку в описании видео. А кто вобьет мой промокод, тому 10% скидка. Закончили полы, далее будем удалять СВП. Ну что ж, произвели облицовку в ванной комнате, а далее будем производить облицовку душевого поддона. Но это вы увидите в третьей части. А кто не видел первую часть, я оставлю ссылку в описании видео. Ну а на сегодня у меня все. Всем пока, спасибо за внимание.